Горожане города Новосибирска выступают с инициативой поддержать наше сельское хозяйство, которое действительно умирает. Помидоры турецкие, картошка египетская, редиска поставляет нам из Израиля. Ну, конечно, это позор. Любая отрасль имеет свой герб, свой гимн. И мы выступаем с инициативой, чтобы наше сельское хозяйство, фермерство, молочная продукция, животноводческая имела свой герб. Посмотрим, какой там герб. Мы решили сделать вот такой герб. Вот сейчас снимите крупностью. Это герб нашего сельского хозяйства Российской Федерации. Мы поддерживаем наших фермеров, мы поддерживаем крестьян, мы поддерживаем наших совхозы, колхозы, которые еще сохранились, бабушек, которые работают. Поэтому мы вас сильно поддерживаем. Вы наши кормильцы. Вот вы действительно наши кормильцы аграрии. Мы думаем, что вот этот герб, он подымет вам настроение, и урожай будет сельский у нас собран хорошо. Но мы поддерживаем также еще животноводство, то есть молочную продукцию, коровы. У коровы есть вымя, а у вымя 4 соска. И пусть вот эти 4 пальца будут изображать вымя коровье и 4 соска. Может быть, тогда у нас подымется сельское хозяйство. Друзья, голосуйте за новый герб сельского хозяйства Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, друзья. Юрий Анатольевич. Можно фотографироваться бесплатно. Тогда на ладошку надо кусок сала еще положить. Да, если кусок сала, да. Мясной продукции. Свиноводство поддерживаем. Спасибо за внимание. Можно фотографироваться, подходить бесплатно.